Ну чё, мы сели, все похуй. Теперь я смотрю карту и смотрю, куда я. А менты нас не увидят вообще, мы им не пока. Ну, не за детектор. Не за ТП они. Они заблокировали мост, кстати. Да ладно. Да. Вообще заблокировали? Да. Реально стоят из машины, вылезли, что-то со мной не погнались, не знаю. Ну все, нам ехать 2 года направо. Хорошо. Мне надо куда-то вырвать бензин. 2 бензина осталось. Так заправился бы подразделе. Да у меня есть, конечно. Куда мы плывем? Блять, я короче по железу. Мы плывем с кем-то. Путям сейчас должен поехать хорошо. На надувной лодке? Я не. Я-то не понял. На путях еду. Да я тоже прямо на путях можно разогнаться. Только если нормально. У тебя РПГ есть. Не сыкать же. Ну все, приехали. Чипец потом есть? Че, ты нашел, нет? Ты, наверное, у меня нет. Престон, где ты еду покупаешь? Я рыбы питаюсь. Блядь, все сырое. Сейчас должна рыба даваться, да, нам в инвентарь? Сейчас он должен кишечный. Бля, это комп, что ли? Мать ваша. Вы получили покупку? Нет. Вот это комп. Скорее всего, комп. О, все, я подохнул. Я от голода подохнул. Ничего мне не дают, слушай. Ханджеки поймал? Не я, а этот поймал. Мира. Все, передаем. Да, так, давайте по одному силу. Давайте новых наловим и уже 4 в лодке. Нет, ты съел туда силу. Это я поймал. Как его съесть? На Юсе. Как его съесть? Юс. А что Юс? Его открыть надо в инвентаре, да? Открой инвентарь, нажми на него и нажми Юс. Все, сделал. Я больше не голодный. Воруем еще китов. Машину обрядить можно. Можно, видать. Поймал, Мира? Нитро можно поставить. Сейчас погляну, как это действует. А почем кит продается? 100 тысяч. Слушай, так мы успешны. Его еще продать надо, потому что если его скопы с этим поймают. Его продать, то пиздец просто. Это самое. Правда, не все коп шарятся. Тут некоторые копы такие. У нас уже 5 китов. Хаджеки, перекладывай китов в лоб. Перекладывай. Сколько там занято в лоб? Я не знаю, сколько занято. А, все. Все занято. Полностью? Да, сам ван из Робинзе ван. Понятно, не нас. Все, лодка занята, 5 штук. Мы можем еще себе взять по киту? Да, мы себе так возьмем киту. А нам нужно будет там возвращаться к лодке, опять брать китов, да? Сколько в лодке китов? 5. Мы сейчас просто закрываем лодку, оставляем ее на берегу. Идем, продаем китов. Идем, ключевое слово. Покупаем тачку. Приезжаем, возвращаемся с китами, продаем китов, вложим деньги в банк. И улетим. Потом покупаем опять лодку крутую с пулеметом. И едем в террорист, покупаем себе по лицензии. Покупаем по калашу, приезжаем в город и зеленим китов. Хай Джекер, смотри, мы сейчас выходим, ты закрываешь лодку. Выходите. Закрыл. Закрой лодку. Все, идите во мне. Да она не уплывет? Никуда не уплывет. Да. Я сейчас 50 тысяч поднял на продажу GPS-ов и найтвизеров. Да успешен. Ты продал? Мы тут ночью шкеримся по подворотне с китами. Короче, VIP таргет Хедвин Рескьюд не попадал. Да, мы так сделали.
Короче, это пресс, я надеюсь, в магазинах появились GPS и Night Vision. Вы знаете, еще GPS фишки, в чем GPS? Он в реальном времени отображает себя. А как тормозит? Понятно. Кто-то едет, прячется. В общем, вам, ваша цель добежать до этого, до Лома. Слушай, я побежал, отлично. Продать ему. Очень быстро ему продать. И все, вас уже не смогут арестовать, если у вас останется. Деньги на депозит. Да, надо сразу деньги сразу на депозит. Скидывайте в банк. Слушай, я не запотерялся, джентльмен, где ты? Подожди нас. Ты да, не видишь, смотри, ты желтый появился. Хаджики, ты желтый точки. Да. Вот у нас у меня 300 тысяч слав меня ярко. За то, что вижу, слав меня ярко, за то, что я сижу на базе террористов и делаю GPS. И толкаю в Черногорск. Давайте нам. Так, где мой билет, сука? Короче, видать, нам прямо бежать. Героин придется на великах развозить. Да не придется его продать, потому что не знаем как. Ну, нужно на какой-нибудь фабрику его отдать. Тоже. Сейчас, подождите, я... Так, где моя тайна? Он может быть на алкогольной? Да не, рядом уже. Ну уже почти. Так, а где кокаин вообще? Уже 70. Я тут и меня не хотел порезать. Так, кокаин. Короче, сейчас нажимаешь на Е. Нажимаешь на Хелл. Все. Просто квадрат дай. Все, я продал. Сейчас. Так, пошлите в бабки, не бабки. Все продали? Да. Пошли. Слушай, надо купить тачку сейчас. Предмет, квадрат, 0,58-105. И предмет, не доезжай в середину базы, потому что там машины покатятся. Просто вот как заедешь в красный круг, вот там и остановись. Машину закрою все. Все, теперь прям. Велики далеко отсюда. Велики отсюда просто... Что-то едет. Это... У нас китов нету. Да, все равно главное, чтобы не убили. Так, ну, менты вроде не должны делать. Я, короче, еду на велике за ЛСД. Ну, по крайней мере, нормально, нет, меня тогда не убили. На GPS-ах тут можно состояние делать, постоянно кто-то дохнет, ему нужен новый GPS. А то есть тебе бабки платят за GPS? Я их при... Так есть машинная фабрика, да. Так, слушай, ну, я положу еще один кусок, пошли за китами. Подожди. Все. Ну, оставь им себе. Я 5 штук себе ставил, мало ли, не хватит на что-то. Там что, в жопу? Да нет, все равно за китами. Вообще тачку купим за китами. Нет, тебе долго еще ехать? Все в лодочке. Короче, по улице. Я на втором этаже, где вы? Тачку лезь. Сейчас, иду. Где вы? В тачке. Красная. Да не могу, пока вы едете. Поехали. Пацаны, вы китов продаете или как? Уже продали двиг. Что такое? Поломали нас? О-о-о. Так, что делаем? Мы что делаем? Мы сидем поломаться. Что случилось, пацаны? Убегаем. А кто обстреливает? Сюда. Там же бандитов куча, ё-моё. Вас ограбить хотят, у вас 300 штук на руках, если не больше. Не, уже банк положили. Все, погнали, я не знаю, почему ты меня не слышишь, но пошли. Не по мне только мира, да? Мира, без понятия. Аккуратней забор. Там кто-то приехал, осторожнее. Смотри, на твоей машине. Велик, это такая пушка. Кто это? Мои, что ли? Нет, это не твоя. Пошли, это твоя машина. Так, а где Вокер? Блин, я это... Голодная.
Что ты делаешь? Голодаю. Я тебе рыбу дам, в машину так, только приди. Бля, я даже не знаю, прямо что ли? Пропало, походу. Ну. Ты значит невидимый, да? Ну она точно не могла уплыть. Слушай, да уплыла. Да она или исчезла. Исчезла. 50 км в час, ёбаный вот на велике. Бля, что ж делать? Да, будем знать теперь. Предмет, да? Видишь меня? Да, это ты, Вячеслав, да. Глеб? Да, вон да, вот меня нашел. Сейчас я тебе дам. Нашел? Садись в машину. Да нет, сейчас, просто стой. В другом месте. Мы в другом месте, лучше просто. Все так и было. Едь за мной. Предмет, дал тебе рыбу, жри ее, давай. И разворачиваю машину и поехали в город. Пацаны, вы китов продали, да? В смысле, через двоих, что ли? Проехал, да, через двоих. Ну. Не, нет ее. Как это нет? Я тебе... Glowfish. Хайджекер, открывай лодку. Glowfish. Нет. А что? Как это? Юга. А, может у меня мест не хватает? Сейчас я выйду. Нет, Хайджекер, открывай лодку. Передал, передал. Короче, бери китов. На двоих нажал, да? Да, нажал. Вот здесь, и понятно. Что у тебя в инвентаре? Покажу. По все как обычно, Кейчен, Мани, Рефьюэл и Герри. Странно. Выйди. А нету ничего, пустая. Еще раз вот я. В прямом смысле пустая лодка. Посмотри сейчас. Проверь на двоечку. Нет. Так, смотри сейчас. На Т нажми, смотри. Пустая. Погоди. 2-0-250. Я не передал. Кстати, точно понял? Сейчас, короче, мира. А, есть. Давай живи скорее. Так, живи скорее. Берегу, садись за руль. Покупает тачку. Ты же за рулем сидишь. Ставит ее прямо здесь. Ну ты за руль. Ну тебе ждет ладно. Давай я поведу. Давай. Мы ловим китов, выезжаем, грузимся в тачку. Ну поскольку лодка моя, слушай, то тогда давай я попробую на лодке с кем-то. Че он? Че тупит так, вообще? Мира, ты или я останусь? Кто тупит? Да, купи тачку. Меня заключил. И сюда давай. Мы еще не доехали. Нет, еще 10 квадрат. Купить сыр водку. Кстати, я видел какую-то хуйню там, типа тюнинг или как-то так называлось. Прям тюнинг. Я хочу за ним. Там нитро можно поставить. Только там нужны как-то, короче, инженерные навыки какие-то. Короче, слышишь, нет, не рассказали. Чё? Нужно в эти... Янг Иви. Что? Янг Иви есть на карте, да? 1, 2, 3. Там, короче, вряд ли. А, и нужно состоять в банде. Мороться. Мира, закрой вот машину, понял? Так, кита поймал, перекидываю его. Престон. Чё? Ты не состоишь в банде? Я состою. А как мне Мира, ты можешь пока, знаешь, на пятерку нажми. Ну, понимаешь, тут какие-то чуваки, они что-то мутят. Я боюсь, что им басы вроде нас не нужны. Престо. Чё? Где купить репетки? Бензоколонки можно, механика. Как называется? Бензоколонку видишь? Сейчас, я-то. На пятерку нажми, Джоэл Ганг, да? Купить там репет-кит. Нажал. Значит так. Ты поймал? Смотри так, который Сники Бастерс вот. Ты его сложил? Так, Сники Бастерс, да. Фрэнген, да? Да. Ну да, Джоэн. Хорошо. Apple Pay. 2625 баксов. Всего еще ничего. Где? Где предмет? Да что? А это пошел. Там какие-то гопники есть? С автоматом отжимать могу.
Бля, я гоняю на велике, как сука. Пресс, ты видел где-нибудь РПГ продавец? РПГ на острове Сираюса продают. Сколько стоит? Ну там 1070, наверное. Ну зато знаешь, как гопники-то за подхёртом? Гопники-то обосраться на Ну, гопки как калаши. Целый кит. Так, у меня жёлтый. Ну ты чё, Харихаджики, у тебя отлагало? У меня вообще тут пиздец какой-то. Чапня! Ладно, я пошёл. Слушай, у меня в течение... Жёлтый... О, блин, в течение 17 секунд не было полученных замечек. Пиздец. Нашим хитам пиздец. Нашим бабкам, которые на счету были. Всему. Ну, я сейчас спать пойду, но завтра, пацаны, я знаю, что буду делать.